Приветствую всех на канале «Это шоу Безумный Инвестор», шоу, в котором мы покупаем активы, основываясь на стратегии. Чтобы ознакомиться с ее принципами, смотрите первое видео. S&P подрос на 1,48%, начался день с грандиозного обвала. Мы дошли до важного сопротивления 2975 пунктов. Вот здесь я уже начал немного переживать из-за своих лонгов, но когда увидел, что это ложный пробой двумя барами, я понял, что все будет хорошо, и в итоге мы отросли довольно существенно, еще закончили день таким пауэргэпом наверх. А из новостей, сегодня Еврокомиссия выделила очередные деньги на стимулирование, продолжается трение между США и Китаем, вопросы о санкциях, также сегодня Трамп зашел под Китай через Индию, в вопросе спорных территорий, сказал, что он собирается там как некоторую игру начинать в этой области. Несмотря на такого рода напряжение, рынки росли, все говорят о снятии карантинов, ну и в принципе довольно ожидаемо, на мой взгляд, продолжение роста. Давайте посмотрим, как вели сегодня инструменты, которые участвуют в эксперименте. Итак, ETF на S&P подрос на 1,49%, ETF на золото подрос на 0,17%, и ETF на длинные облигации снизился на 0,16%. В портфеле особо ничего интересного не происходило, он подрос на $7 сегодня, связано с тем, что в нем только защитные активы, к сожалению, индекса нету. Сегодня будем продавать золото и покупать длинные облигации. С одной на другую ногу перекладываться. Ничего не поделаешь, стратегия есть стратегия. Итак, для начала продаем золото, тикер GLD, продать 6 бумаг, комиссия $1. Совершаем сделку. Покупаем TLT, длинные облигации. Также 6 бумаг, комиссия $1. Все сделки совершены. Длинных облигаций становится все больше и больше. Ну, кстати, может быть, они отрастут, потому что по этому ETF под конец месяца отсечка дивидендная. Может быть, какой-то будет и позитив в этих покупках. Вот. Я сегодня немного тороплюсь, связано с тем, что я уже через полчаса начну смотреть, как там Илон Маск будет запускать свои ракеты. У меня даже есть небольшое соображение на тему этого, если запуск будет успешным, то у меня последние сомнения в росте индекса отпадут. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Кстати говоря, сегодня на этом падении грандиозном, если вы что-то купили, напишите, что вы купили. Я сегодня купил вот здесь NVIDIA, потому что мне эта компания очень нравится, а в портфеле у меня ее не было. Последние 2 дня она откатывалась, и я решил ее все-таки купить, несмотря на то, что она находится на таких высоких позициях относительно. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на этом канале завтра после закрытия рынка.